У реки Березы, в крепости Седой, ты стоишь утесом, город мой родной. Разбросает в жизни горькая судьба, но с бобруйским сердцем будем мы всегда. Пятница 13-го нам не страшна. В нашей программе всегда только хорошие новости и никаких неприятностей. С вами я, Надежда, и начинаем наш весенний телемарафон из сюжетов и интересных фактов. Черных кошек и разбитых чашек мы не боимся. Хотя, как показал наш опрос, среди бобруйчан тоже встречаются люди суеверные. Нет. Ни в какие, ни в черную кошку. Нет. Нет, нет, нет. И вы не верите. Нет. Наверное, почти вообще. Которая есть, которая еще нету. Нельзя быть, конечно, таким суеверным, но, ну, можно сказать, ради шутки для себя можно поверить, но так серьезно, чтобы глобально нет. Такого нет. Веришь в какие-нибудь приметы? А я верю, да. Какие? Всегда сбывается. В пятницу 13-го верю, черную кошку верю. Ну, в институте, когда училась, так открывала перед экзаменом окно, халява приди кричала. Ну, а так, книжку уложила под подушку, чтобы сдать экзамен. Ну, а так, нет. Разумеется, 13 для меня это табу. 13 есть 13. Никаких делов. Ну, я не верю. Я считаю, что 13 – это счастливое число. И это, как говорят, чертова дюжина, да. Ну, я не верю в это. В классе верят мальчики. Во что? Ну, пятница 13-е, и кошек черных тоже верят. Ну, естественно, немножко верим, конечно. Верим приметы. Не знаю, я даже их не замечал, эти приметы. На дорожку присаживаюсь, но в зеркало не смотрю. Ой, ну, что касается меня, то нет, наоборот. Пятница 13-е – это очень положительный день, во-первых, потому что это пятница, преддверие выходных. Это очень здорово. Ну, возможно, что есть такие люди, которые все-таки и оберегаются и черных кошек, и пустых ведер. Но надеюсь, что молодежь в это все не верит. Наши кондитеры не перестают удивлять и радовать. В очередной раз на «Красном пищевике» начали выпускать продукцию, аналогов которой нет в кондитерской отрасли. Это мармелад с добавлением натурального сока. На предприятии заверили – никакой химии. Мы попробовали и убедились – лакомство буквально тает во рту. А еще мы узнали, что ожидает сладкоежек в ближайшее время. Фабрика, как ласково называют предприятие работники, пожалуй, патриарх кондитерского дела. Красному пищевику уже 145 лет. И за почти полтора века продукцию предприятия хоть разок да попробовали сладкоежки без преувеличения со всего мира. Зефир, мармелад, конфеты, дрожжи – более 160 видов. И вот очередная новинка – эксперименты, подбор рецептуры, мозговой штурм. В результате новая линия по производству мармелада 8 видов. Уникальный продукт, никакой химии, только натуральные ингредиенты. А специалисты знают, как трудно в кондитерском деле обойтись без всяких там загустителей и стабилизаторов. Аналогов в Белоруссии не существует. Мы первые в Белоруссии, наш ОАО «Красный пищевик» разработал эту линейку с этим видом продукта.
Мощности новой линии позволяют выпускать 9 тонн мармелада в сутки. Продукт с 8 живыми, сочными вкусами сегодня расходится на ура, причем как у нас в городе, так и в других регионах. Мармелад покорил не только сердца покупателей, но и специалистов кондитерского дела. На международном смотре качества в Москве он получил 2 диплома. На этом бобруйчане останавливаться не собираются. Сегодня здесь восстанавливают рецепт старого доброго мармелада, вкус которого у многих ассоциируется с детством. Сейчас технологическая служба заинтересована в том, чтобы выпустить новый вид продукции с содержанием яблочного пюре. Мы над этим работаем, у нас уже происходит дегустационная комиссия, и мы уже скоро, наша новинка выйдет на прилавки. Так что радуйтесь, сладкоежки, скоро предстоит дегустация нового продукта. История нашего города тесно связана с авиацией. Причем первые узелки завязались еще тогда, когда увидеть в небе самолет было событием, сравнимым разве что со встречей с летающей тарелкой. А меж тем, в начале 20-х годов прошлого столетия над нашим городом несколько раз пролетал самолет, который в то время называли «Королем небес». Первый в мире четырехмоторный самолет дальней авиации, создан в 1913 году под руководством выдающегося русского авиаконструктора Игоря Сикорского. Применялся в Первой мировой и гражданской войнах как бомбардировщик. Поднимал до 800 килограммов бомб и разведчик. В 1920-22 годах переоборудованные самолеты «Илья Муромец» использовались как пассажирские на авиалинии «Москва-Харьков». Илья Муромец – это имя по наследству от былинного богатыря, более века назад перешло к самолету, который был красой и гордостью российской авиации. Изначально Илья Муромец проектировался как пассажирский самолет. Собственно, он и стал первым в мире пассажирским самолетом. Но мирному труду муромцев помешала Первая мировая война, и самолет отправился на военную службу бомбардировщиком. В Красной армии создали эскадру воздушных кораблей «Илья Муромец». Есть интересный эпизод, связанный с нашим городом. В 1918 году, уходя от наступавшей немецкой армии, командир самолета Илья Муромец-Киевский, Иосиф Башко, приземлил свою машину в Бобруйске, занятом в то время частями 1-го польского корпуса. Экипаж был интернирован, а Башко арестован. Но оставаться в плену он не намеревался. Он начал готовиться к побегу. Он вошел в сговор с 3 польскими военнослужащими. И они ему ежедневно начали приносить или пуд, или 2 пуда, горюче-смазочных материалов, керосина, бензина. Во время неразберихи, связанной с подходом немецких войск, Башко сумел поднять корабль в воздух и перелететь к своим. Он стал первым в истории летчиком, сбежавшим из плена на воздушном судне. Второй раз в небе над Бобруйском бойкорабль, так в Красной армии официально числились муромцы, появился в июле 1920 года. Управлял им военлет Алексей Константинович Туманский с заданием бомбежки железнодорожной станции. Выполняли его 3 летающие крепости. Но 2 самолета сделали вынужденную посадку. Оставшийся корабль Туманского в одиночку разбомбил железнодорожную станцию в Бобруйске. С Муромцем и Бобруйском связана еще одна история. В эскадре воздушных кораблей служил уроженец Гродно Авенир Констенчик, награжденный за выполнение боевого задания крестом Святого Георгия. Там же псаломщиком служил его брат, который до 70-х прошлого столетия жил в Бобруйске. Его брат, вот этот псаломщик, жил в нашем городе до 1976 или 1973 года и похоронен на наших минских кладбищах. Мы провели работу, нашли его могилу, восстановили, привели в порядок и дружим с его роднёй. Судьбы этих людей сложились по-разному. После революции Авенир Маркович Констенчик служил у Деникина, затем у генерала Врангеля. Дослужился до чина полковника. В 20-м году эмигрировал в Югославию. После эмиграции жил молодечно. В 1935 году приехал к брату в Столбцы, где стал священником.
В этом качестве и завершил свой земной путь. Иосиф Станиславович Башко, уроженец Витебской губернии, остался в Красной армии. Командовал эскадрой воздушных кораблей Илья Муромец. В 21-м году вернулся на родину, которая стала уже территорией Латвии. Командовал ВВС страны. Скончался в 1946 году. Алексей Туманский долгое время работал летчиком-испытателем. Провел в небе более 10 тысяч часов. Налетал на 97 различных машинах свыше 2 миллионов километров. Испытал более 3 тысяч боевых самолетов. Умер Алексей Константинович в 1972 году. Между прочим, не зря говорят, что копейка рубль бережет. Подтверждением ценности копейки может служить средний бюджет холостого рабочего бобруйчанина, уходивший на ежедневное питание в 1913 году. На завтрак – 12 копеек, на обед – 22 копейки, на ужин – 10 копеек. Именно они берегли рубль. Чем отличается женский взгляд на мир от мужского? У нас есть уникальная возможность ответить на этот вопрос. Бобруйский художественный музей открыл необычную и элегантную выставку. И она не случайно называется «Арт-леди». Картины и фотографии, куклы, кожа и текстиль. Свои работы представили 15 бобруйчанок. Чем женское творчество отличается от мужского? В нем больше эмоций, больше чувственных образов. 15 бобруйских художниц работают в различных жанрах. На выставке «Леди Арт» представлена живопись, вышивка в авторской технике, батик, гобелен, керамика, фотография и даже куклы. И атмосфера в галерее царит по-настоящему теплая и женственная. Для фотохудожника Елены Никифоровой это первая выставка в родном городе, хотя фотографией занимается больше 20 лет. На этой выставке я вот остро это почувствовала, что как это здорово, что наши женщины вообще имеют и вдохновение, и время, и средства заниматься искусством, потому что это очень затратно, это никогда не оправдывается. Вот это куча денег нужна, чтобы купить эти материалы, куча времени, чтобы сделать работу, а потом ее, как правило, оставляешь себе или даришь кому-нибудь. Работы, вышедшие из мастерской Натальи Чернышевой, есть во многих зарубежных коллекциях. Последнее увлечение художницы – куклы. Полностью туфельки. Все, да, все подъюбники, туфельки, все. Детализация идет полностью, как вот они. Ну и все это вручную расшивается. Это венецианский карнавал. Здесь тоже у нас есть маленькие туфельки с маской. Наталья не только в мельчайших подробностях старается передать эпоху, но и создает для каждой героини индивидуальный и яркий образ. Когда куколка готова, ты ее слепил, обжиг 140 градусов, чтобы эта масса затвердела, она уже необратима и очень прочна. А после этого уже работа над костюмом. Это с удовольствием, потому что тут учитываешь и эпохи, и время, и настроение, и даже лицо куклы уже тут тоже свое какое-то диктует. Представлены на выставке и утонченные работы Татьяны Арослановой, Натальи Калтыгиной, Аллы Кирилловой. Источником вдохновения для многих мастериц является текстиль. Разработанные ими авторские техники, полные импровизации всегда находят душевный отклик у неравнодушного зрителя. И в каждой творческой коллекции есть обязательно что-то бобруйское, узнаваемое. Выставка, которую уже назвали самой элегантной экспозицией бобруйской весны, продлится до апреля, пообещали в художественной галерее. Жизнь можно прожить двумя способами. Как будто чудес нет и как будто вокруг одни чудеса, говорил великий Эйнштейн. Сказку бобруйчанина Валерия Алексеева «Серебряные крылья» мы хорошо знаем и любим. Но приходим в зрительный зал нашего театра на встречи с любимыми героями снова и снова. Кстати, на первой в этом году премьере спектакля автор сказки обещает нам настоящее чудо. Thank you.
Постановка баллады о серебряных крыльях хорошо знакома бобруйчанам. Тем более, что и автор, и режиссер, и актеры тоже бобруйчане. Валерий, расскажи, пожалуйста, как вообще возникла идея детского спектакля? Детского спектакля, потому что я на самом деле не тот, за кого себя выдаю. Я на самом деле ребенок, я не вырос, к сожалению, для моих родителей, и себе на погибель. Вот. То есть брутальный бородатый мужчина – это маска? Это маска, и, да. Город крылатых людей, в котором разворачивается действо, очень похож на наш родной Бобруйск. У нас есть случаи, когда люди ходят на этот спектакль по много раз, и это стало доброй семейной традицией. И малознакомые семьи, сдружившись во время просмотра этого спектакля, продолжают назначать себе место встречи на спектакле «Серебряные крылья». Автор сценария скромно утверждает, что «Серебряные крылья» – плод коллективного творчества. И на самом деле, я вам открою тайну, что я не автор этой пьесы. Я автор только названия. Потому что мой друг написал музыку, режиссер всех поставил, сделал акценты. А актеры, мои все друзья, они сыграли свою любовь на сцене. Пятая юбилейная премьера спектакля «Серебряные крылья» пройдет с обновленным актерским составом. Сиськи, босиськи, колбаски, сардельки. Вот они, крылья. У нас таких крылья вырастают всегда, когда мы их после как полируем. Вот это видели. Чудо! Потому что мы сами учимся у них, мы сами выходим, все дрожит, все трясется. Да, а тут раз, смотрим на таких талантов. Это же Бобруйская, это же Бобруйский театр Дунина Марцинкевича, самый знаменитый, самый лучший в Могилевской области. Но не лучше нас. Все 5 сезонов на сцену выходит театральная семья Лебедевых. Папа, мама, а теперь и 7-летний Захар. А добро. Добра должно быть сколько? Много. В этом спектакле моя главная роль – нести добро, показывать о том, что оно существует, и что благодаря этому добру происходят чудеса. Единственный персонаж, который здесь сказочный – это птица счастья, которая всю вот эту кашу заварила, которая должна быть у каждого в сердце. И мне кажется, что самое главное – это верить в чудо. Следующая премьера будет необычной, делится с нами Валерий. В зале будут сидеть два очень важных для автора человека, которым он мечтает подарить настоящие серебряные крылья любви. Во время следующего спектакля я пойму, для чего я родился. Точно. Это будет чудо. Будет чудо. Встречаются два человека, их сердца громко стучат, чтобы слышать друг друга и не разминуться. Напала весенняя хандра, хочется хорошей музыки и ароматного кофе? Выходите на свежий воздух. Хватит прятаться под теплым пледом. Специально для любителей прекрасного выставки, фильмы и концерты в нашей весенней афише.
говори, а Бобруйск – уникальный город. Засыпанный снегом, умытый дождем, обогретый солнцем, он всегда прекрасен. И поэтому мне приятно назначить вам встречу именно здесь, в городе Бобруйске, через пару недель. Будьте здоровы!